В республике созданы все условия для продвижения товаров. Результат большой работы – продукты питания. Из Мордовии реализуются более чем в 80 регионах России и почти в 30 странах мира. Ведется тесное сотрудничество с Росстандартом. Ежегодные конкурсы всероссийского и республиканского масштаба доказывают готовность промышленности и сельхозпредприятий региона выпускать востребованную и конкурентоспособную продукцию, соответствующую стандартам качества и экологической безопасности. Очень важно, что на уровне республики такой конкурс у нас существует, поддерживается предприятиями, организациями. Это самое главное, потому что вы его сами фактически и реализуете. Ну и на нашем уровне все необходимые условия, которые нужны не только для проведения конкурса, а для того, чтобы это помогло продвигать товары на рынках, конечно, правительство будет предприниматься. Федеральная конкурсная комиссия всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» по итогам 2021 года отметила высшие награды и продукцию двух предприятий республики. За термостатную сметану компании «Новомилк» вручили приз «Вкус качества». Кабельному заводу «Цветлит» присужден приз за успехи в импортозамещении, за производство самонесущих, изолированных и защищенных проводов для воздушных линий электропередач. Предприятия также наградили почетными дипломами конкурса «Золотая сотня». Наше предприятие полностью ориентируется на импортозамещение. Мы используем материалы, мы используем полуфабрикаты только российского производителя. Надеемся, наша продукция будет пользоваться высоким спросом. Почетный знак за достижение в области качества всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» присужден управляющему директору «Русхимаша» Валерию Ларину, директору «Магма Керамик» Олегу Саушину и директору заповедника имени Смедовича и Национального парка Смольный Александру Ручину. Почетный приз «Гордость Республики Мордовия» вручили «Русхимашу». Лидером качества Республики Мордовия стал «Новомилк». В нашем производстве мы используем только натуральные продукты, не используем никакие добавки, ингредиенты, которые связаны с химическими, скажем так, с химическим составом усилителей вкуса, я имею в виду, и все такое. Поэтому мы целенаправленно шли к этой цели и, по большому счету, в основном ее достигли. И очень приятно, что потребитель и члены жюри оценили наш труд. По итогам всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» дипломами лауреата отметили лучшие предприятия в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения» и «Услуги для населения». Участие в данных конкурсах это можно рассматривать как некий определенный инструмент, как драйвер, стимулирующий предприятия республики постоянно улучшать качество производимой продукции и, соответственно, значит, стремиться к тому, чтобы продукция, производимая в регионе, была крайне востребованной. Также были объявлены итоги республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» 2021 года. Дипломы конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения» вручены «Орбите Свет», «Мордовцементу» и «Медоборудованию». А в номинации «Услуги для населения» – Государственному архиву документов по личному составу Республики Мордовия. В номинации «Товары и услуги для детей» дипломы лауреата конкурса вручены детской пищевой станции и Центру молодежной политики и туризма Рузаевского района. Ольга Данилова, «Народные новости».